Добрый день, дамы и господа, с вами я, Биг Блэкмен, и мы сегодня посмотрим на новую игру, The Search называется. Ну что же, сделаем небольшой такой обзор, ну, познакомимся с игрой, вообще с персами, туда и сюда, короче. Обзор пока сделаем. Да что ж, поехали. Ну конечно, новая игра. Так, ячейка сохранения пусто. Погнали. Типа киберпанк какой-то, я так понимаю. Но... Древние греки говорили: великие общества становятся тогда, когда старики начинают сажать деревья, зная, что никогда не смогут отдохнуть от своей беспечности. Мы порой забываем об этом, но пришло время объединить и принять вызов. Именно мы должны посеять эти семена, именно мы должны защитить всходы и помочь им вырасти. Крео, не просто очередная кампания. Проектом решения мы прокладываем дорогу к будущему. Новая эпоха ждет вас. Утопия для всего человечества. С каждым запуском ракеты мы исцеляем планету. Ничего себе. Наша цель — вернуть зеленый мир, который мы помним. Мир, в котором наши дети снова смогут играть на солнце. Решение оживит не только Землю, но и ее обитателей. Мы все мечтали об этом, и теперь Крео позволит этим мечты в реальность, а воплотит. Вместо мы сильны. Вместо мы сильны. Вместе мы можем изменить мир. Постараемся. Вместе мы можем использовать весь свой потенциал. Крео, Крео, join us. Присоединяйся. Не. Давай, посмотрим, как вам присоединиться. Стоит, нет? Focus Home Entertainment. Интерактив. Presents. Пошла очередная ракета. Давайте глянем. Пока ничего, выглядит все так даже. Чудесно. Добро пожаловать. Я знаю, что вы рады оказаться здесь. Я лично очень рад вас всех видеть. Крео, вы знаете, кто мы такие? Или, по крайней мере, думаете, что знаете? Мы всегда с вами вокруг. Вас видим, вы нас, и мы вас. Тоже, думаю, самое время. Пошел ты в жопу, короче, достал. Так-с, оглядеться. А как я? Оглядываюсь вокруг. Видите ли вы, мы всегда тянулись звездам. Ничего себе. Пошла еще одна ракета. Пошел ты. Так, я понял. Оп. Нет. А ну-ка, а нет, не надо нам инверсия. Короче, хватит. А где мы? Последняя остановка. Станя Руссо. Вот то я, что ли? Выход справа. Ясно. А, это мы? Ничего себе. Поперли. Инвалидушки, это мы. Такс. Такс, ребятушки. Welcome to Creo. Мы рады приветствовать вас в нашей большой постоянной семье. Преследовательной регистрации. Ага, ИСП знал куда. Давай, так. По графончику глянем, что это. Ага, туда я явно неправильно еду. Он быстрее имеет. Давай, нитро. Это ж Need for Speed новое, если честно. Ага, вот сюда. Всем пассажирам просьба немедленно пройти в регистратуру. Эта станция скоро закроется. Добро пожаловать в зону регистрации. Спасибо. Крео верит, что правильными инструментами, правильными людьми можно выполнить любую работу. Так, а правильно я попер, не? Музон киберпанковский полюбас. Привет. Говорит. Эй, прошу прощения, я тут новенький, куда мне идти? Ехать. Новенький, да? Регистратура находится вон там. Где там? Вон там это где? Я, наверное, вот сюда надо, да?
Наверное. Нет какой-то выход. Вот. Тарань, дверь. Открывайся уже. Вот чмыри. Так, где она? Ман. Ман, слышишь? Ман. Первый день сегодня. Постарайся не опаздывать. Куда? Я что, на работу, что ли, устроился? О, даю. Где ваша регистратура тут? Сюда, что ли? Так, выберите одну из двух доступных позиций и займите соответствующую очередь. Ага. После завершения регистрации вы получите талон на выдачу снаряжения. И что я должен? Да, heavy operator MF. Тяжелый оператор. Ага, там что? Лункс. Я че тут? Огивератор. Field Technical. Полевой техник. А то че? Брутальный. Давай сюда. Давай сюда попробуем. Если вы верите, что можете свернуть горы, это работа как раз для вас. Ведь именно этим занимается оператор тяжелой техники. Чистая энергия, безудержная сила, ничто не вас не остановит. Вы готовы? Тогда станьте оператором тяжелой техники и начнете спасать будущее уже сегодня. Чем мне надо? Ну, хочу стать оператором. Как? А, вот. Принять. Чи применить, чи принять. Ну, не важно. Интересно, а если за тех? Тут, то есть, за одного из... Запущена программа установки костюма. Тут, то есть, можно за двух разных челов играть. Программа завершена. Все? Пациент находится под действием. Начинается операция. Страшненько. Сиранул. Сиранул так сиранул. Офигеть. Вот это да. На живую. Да ты шо, вот это да. Охрененно. Плантируемая нейра чего-то там. Куда? В чайник? Вот тебе и будущее. Медицина. За сюржи. Суржик. Ну ясно. Ага. Error. Power system defective. Ну и хорошо. Чё дальше? Ну, я уже бомжом валяюсь где-то. То есть я мог этого техника выбрать, а мог в поле воина выбрать. У них, наверное, какие-то будут разные способности у одного и второго. Так, это я. Я так понимаю. Не до конца сделанный я, да? Графон такой пойдет, наверное, пойдет. Так, Б. Что это такое? Б. Б. Ага, я понял. Б. Нате, сука. Развалился. Запчасти какие-то собирать. Типа Mad Max'а, да, что-то? На. Интересно, портится оружие, не? Да хрен его знает. Короче, какой-то чучело бегает чего-то так. Что тут? Каждая атака, любое другое действие расходует выносливость. Так что внимательно следите за индикатором выносливости. Где она? Зеленая. Угу. Ясно. Так. Перезапустите ОС Экзо на медицинской станции. Я понял. То есть он не очень работает. Прыгать не можем. Так, нажмите А для уклонения. А ну-ка. Хоп! Классно уклонился, у меня вышло. А, ну давай еще раз попробуем. Хоп! Ты ж нажал, ты. На тебе, сука.
напоминает тебе. Мудилкины спать. Так, запчасти. Для чего запчасти? Наверное, как бишь на Максе чего-то буду создавать. Б. Так, ЛБ для блокировки. Ага. Ну давай. ЛБ. Оп! А хрен тебя, ты получишь нах. Где запчасти? Ага, взял. Так, свалка ракет. Ну вот такое. Следы остаются, хоть это ж новая игра должна оставаться. А вот кто-то валяется, нет? А, не, показался человечек. Физика почти есть. Может, кое-где есть. Ясно. Что ж поделаешь. Игры 2017 года. Ну ладно. Оп, блок. Нахте. Двоих сразу, красавчик. Взять. Так, получен новый имплантант. Нажмите оп, чтобы открыть рюкзак. И чё? Так. Снаряжение. Ага, вот имплантанты. Расход заряда энергоблока. Здоровье восстановлен. Инъекция, которая восстанавливает здоровье. Крио всегда ставит безопасность своих сотрудников на первое место. Но несмотря на это, надо всегда быть готовым к худшему. В случае травмы эта инъекция первой помощи быстро... Ну, ясно. Это инъекция, а это расход. Это что-то отображает индикатор здоровья врага. Ты пошли в жопу. Хорошо, это чучело какое-то валяется. Не, ну так пойдет. Нормально, так что. Ну. Ну я нажал рюкзак. Журналь. Добро пожаловать в Крио, воспользуйтесь этим талоном на любом верстаке, чтобы получить предписанный вам... А, комплект рабочего снаряжения только ли для личного пользователя. Несанкционированная покупка или перепродажа талонов является нарушением устава компании. Хорошо, иди отсюда. Так. А где станок? Туда, мне сюда. Лед. Киберпанк. У него даже слышно, как... Вот. Сейчас будет тишина. Вот слушайте, как у него работает тело. Слышно, видите, робокоп какой-то. Хорошо. Это что? А, медицинская станция. Опять орать прибежал. Так, обнаружена неисправность. И что? Батарея садится. А, надо выбрать, да? Это так... Давай эту хрень. Нет. Вот это можно ж, да? Да. Экзокостюм. Ячейка. Стандартный экзокостюм конструкции Атлант предназначен для применения как легкой, так и тяжелой промышленности. Позволяет работникам совершать то, что раньше считалось невыполнимым. Экзокостюм криво совместим с различным снаряжением. Свой стандартный комплект вы можете... комплект вы получите, когда выберете род занятий для Крио, нет ничего невозможного. Так. И чё? Всё? Я какой-то дедуган. Заметьте неисправный энергоблок. Так, используйте станцию, ладно. А где он? Как я его заменить? Где он нерабочий? Какой у меня вообще урон? Ну. Все. Че я тут могу заменить? Так, сохранить запчасти. Изменить вид. Назад. Загрузка. Так. Отходит такой. О, привет. Меня слышно? Алло. 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 Ну да. Да, слышу. И чё? Ты ещё здесь? Ну да. И чё? Твой экзокостюм повреждён. Сработал аварийный сигнал. Тебе нужно вернуться на завод. Так, как мне попасть? Так.
Ладно, тогда пойду отправляюсь до завода. Офигеть. Иди пешком, я настоятельно рекомендую. Но рядом должна быть станция магнитной дороги. Они расположены... Так, по-моему, за костюм работы. Если честно, это сейчас выше из моих проблем. Все-таки я снова мог ходить, даже не верится, что это возможно. Ладно, хорошо, но для полноценной работы системы тебе нужен энергоблок. Так, на меня напали, давай скажем. Я не знаю, кто ты, здесь вокруг одни трупы. Может быть, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Прости, но я ничего не знаю. Тебе нужно войти вовнутрь. Возможно, ты нам найдешь, чем себя занять. Любой... Короче, до свидания. Я уже в пути. Счастливенько. Хорошо. И не забудь заменить энергоблок за костюм, иначе ты дальше далеко не уйдешь. Постой. Ты еще здесь? Не умничай. Ой, а то что за чмари? Так, X. Чё за хрень-то? Ничего. Так. Посетите операцентр, чтобы произвести новые предметы. Измените набор имплантов. Так, куда мне бежать, хрен его знает. На тё. На нахрен. Еще даже? Ох ты нахуй. Валяйся. Ох ты чума. Вмаш? А, у него выносливость кончилась. На тебе. На. 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 Храпеть лягла. Да. Так, ошибка. В данный момент открыть дверь невозможно, ясно. Куда мне бежать, хрен? Так, используйте за лифтами, чтобы добираться до других секторов, ясно? Давай, дед. Офигенный лифт. Четкий. Лифт будущего видно сразу. Это что за дерьмо взять? Ой, игровой процесс комплекта запчастей можно использовать непосредственно внутри инвентаря, чтобы моментально получить новые запчасти, ясно? Походу разберемся, так. Так, это так. Че это я сделал? Я чип. Хорошо, давай опять. Поехали. Ну, экзолифт сраный. Поехали вниз. Такс. Куда мне бежать, хрен его знает. Если честно. Опа, это что еще за чучело? Ага. На тебе, крендель. А нифига. На. Ух ты, блин. Ага. На. А, сука. На тебе, по чайнику. Так, цените слабые места. Ага. На, прицелиться в голову. А как я прицелюсь? О. На тебе. Прицелиться в голову. Ох ты, козлина. На тебе. Я попадаю вообще, не? Ни хрена не попадаю. Оп. Не. А, вот оно. На тебе. Офигенский. Вот, сука. Ты, ну не умничай. На тебе. Ага, я чуть-чуть понял. На тебе. На. На, есть. Сука, спать, я тебе сказал. Ой, сейчас как бахнет. Бахнет, не? Нет, не бахнет. Хорошо. Немножко разобрались. Так, аптечек у меня 0. Так, атакуйте тела, чтобы найти дополнительный урон.
Офигеть, он еще и прыгать может. А, я понял. Вот, голова. На. Да? Ах ты говно. Ты чмошный. Хоп. Защиту. Спать. Спать нахрен. О, запчасти до хрена. Так, а то что за чучело там? Эй. Такое пока, но вроде даже ничего взять. Черт, почему ты меня слушаешь? Лучше свой энергоблок или вообще замени его. В противном случае ты не пройдешь через эту дверь. Излишняя нагрузка без соответствующей мощности только привлечет твое внимание охраны. Мы слишком далеко зашли, не можем сейчас попасться. Эти импланты... Ох, ёп. Золотой билет отсюда, я понял. Бля, тупит. Оп. Так. Так, а куда? Ну, ты. Ой, я сдох. Так, признаки жизни не обнаружено. Ну, отлично. Ай, ёп. Как всегда, не ту кнопку жму. Но это нормально. Это что такое? Заброшенный цех. Так, создание чего? Улучшение. А как? А, у меня запчасти ноль. То есть, когда умираешь, забирают запчасти, да? Ага. На. Так, погибли. Ну, короче, как Dark Souls. Теряем всю фигню. Я понял. Разберемся, походу. Интересно, сколько запчастей надо, чтобы... Я не обратно побежал. Случайно. Обратно. Угу. Я понял. Ну да, я же говорю, что обратно побежал. Так, тут были. Побежали сюда куда-то. А тут чё? А тут ничего. Эй, я блок поставил же. Хрень вонючая. Эх, не туда я пошёл. На тебе. На. Давай, вали. Вали ещё. Да сдохни, падла. Блин, не туда я побежал, походу. На тебе. На. На тебе. Выносливость сдохла. Еще удар. Все. Есть. Есть. Так, что это за уроды, я не знаю. Оп. Блин, вернуться был туда, к роботам. Где? Дебильным. Где я был тогда, я не знаю. Так. Ладно, давай. Я туда уже не пройду, да? Ладно. Ох ты, блин. На тебе, сука. Сразу бабах. Пока я не понимаю еще, чего делать. Да, каждая так или... Я с самого начала. Давай. Да пофиг мне, понял. Грендель. Ух ты, сука. Со спины напал. Смотри, какой хитрый. Что он делает, интересно? Так, о, какая-то хрень. А что это за время идет? Какое время еще? На время игра? Я офигею. Так, свалка ракет. И дальше, куда я бежал? Я уже и завтыкал. Так, нет. Нет. А. Сюда.
это эту козу вызвали. Это чё? Верстак. Создание ни хрена. Тут тоже ни хрена. Медицинская станция. Я ж тут уже вставил, да, импланты. Ну да, импланты стоят. Такс. Так, объявлен. Хорошего дня, Уоррен. Ага, спасибо. Посетите Open... Я понял. Такс. Ага, вот эти чмордяи. Сука. На. Ах, вы козлы сраные. Оп. Я понял. А я ж блок поставил, не? Хоп. Промазал. Но, бей еще разочек и все. Готов. То есть вот, два раза, это он резкий как понос. Давай еще раз. Ни хрена тут нету. Лифты, конечно, крутые. Так. Это закрыто, лифт нафиг. Я сюда побежал, наверное. Может и нет. Ага, захватите цель. Так, я понял. Ну, чё? На пагорбу? Нет. Нащер. Блин, ну тут я не понял еще, что делать. Эй! Так, а как же тебя захватить, а? Так. Нет. Офигеть. Да я обрыгался. Блин, а как же захватить цель, а? Ну, я цель захватил. Так, прицельтесь в... Еще на голову. Ух ты, бля, я ж с блоком стоял, ты. Блин, с управлением погулять надо. А, вот. А теперь блок. Нате, сука. Нате, еще. Еще удар. Разочек. Ах ты, говно. Несчастный. Чмошник. Я понял. Короче, когда не в блоке, я могу как бы выбирать эту хрень. Нет, вот так. Голову. На тебе. Сука. Оп. На тебе. Бей. Чмошник. Оп. Оп. Без блока можно. На тебе. Храпеть лег. А что время идет? Для чего это время идет? Оп. Голова. Ого, промазал. Так, взять. Оп. Оп. Промазал, чмошник. Оп. На тебе еще разочек. Нет. Ах ты, говно несчастное. Нах ты. Есть. Так, запчасти возвращены. Отнесите ее на медицинскую станцию, чтобы восстановить все функции свою за костюма. Я понял. Это что, туда опять? Сейчас отнесем. Ой-ой-ой. Меня током немножечко шарануло. Ну давай, назад. Оп. Иди сюда. Оп. На это. Ох, офигеть. А, вот показывается, куда бить. Давай руку.
Бей. На тебе, крендель. На, на. Оп. И чё? Я могу тебе в ногу дать. Оп. Промазал. Ох ты, сука. На тебе, тварина. Покоцал меня, ё-моё. Есть, так. Так, небольшая груда редкого камня. Так, игровой процесс сохранен. Давай, пойдем туда. Я думаю, я примерно понял. Сюда, правильно ведь? Да. Так, рада вас видеть. А я не очень. Этот, нет? Верстак. Улучшение. И чё? Чё тут делать? Нет. Давай сюда. Медицинская станция. Наверное, да. Так, неисправность устранена. Это ж хорошо. Увеличение заряда энергоблока. Воспользуйтесь медицинской станцией, чтобы сохранить собранные запчасти. Имея достаточное количество запчастей, как при себе, так и на хранение, вы сможете повысить уровень заряда энергоблока своего костюма. Так, все установлено снаряжение, имплантант расходит заряд энергоблока, я понял. А, вот так, да, надо. Оп! И чё? Импланты. И какой у меня есть? Это что? Здоровье, ну давай. А, давай, все. Поехали. Вроде бы правильно. Теперь ага, соединение с данными. Проверка баз данных. Обнаружен талон на выдачу снаряжения. Так, теперь вы можете. Не успел. Ну, выдай мне снаряжение. Где мое снаряжение? Так, использовать талон, давай. Использовать талон на выдачу снаряжения. Получить. Это что такое? Разблокирован чертеж. Новые запчасти снаряжения можно произвести, если у вас есть соответствующие чертежи. Затем, а? Предварительно собрав все необходимые компоненты. Это нога, типа, рука. Пи-пи-пи-пи-пи. Запчасти. Нехватка. Я понял, а это чё? Так, также здесь можно хранить ОЭПС, свои запчасти. Верстак автоматически разбирает добычу на производственные компоненты. Угу. Пошли в жопу. Загрузка. Так, а теперь что мне делать-то? Мы пошли опять. Заходите еще. Зайдем. Потом. Как-нибудь. Так, эти уроды появляются опять? Это точно Dark Souls. Ну давай, крендель. Нет, голова. Как в Dark Souls. Зайдешь в этот... На костер сохранится и все нахрен, эти все чмыри встают опять. Это и плохо, это ж не Dark Souls. А, можно было добить, да, там, придурка? Офигеть, есть. Готовы. Готовый, дядька. Тут что, ничего. Так, голова. На, погарбуйте. Оп. Так, разрушайте и отсекайте оружие часть тел, чтобы получить новое снаряжение. Я понял. Оп. Нате. На, козлина. Типа подсвечивается, куда бить можно. Ах ты, говно. Нате, есть. Хлоп. Отличненько. Взять. Так, вы получили оружие. Отлично. Отлично, отлично. Разблокирован чертеж. Рысь. Так, а что у него? Давай у него ногу сейчас.
Как дадим ему. Куак. Все рыгаешь. Ох, меня завалили. Я не обратил внимания, что у меня жизни мало. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, привыкать надо, конечно. Да, веселая игра, походу. Так вроде ничего, прикольно. Разобраться немножко надо. Не увлечай. Немножечко разобраться, конечно. Нате, сука. Еще на. Оп. А вот так не хочешь получить? А ну бей. Нате, сука, напополам. Красавчик. Давай еще раз. Пошли. Сейчас потихонечку. Давай. На, оп. Нет? Подожди, а че нет? На, оп. Нате. Блин, зацепил, сука. Вот так, руби его тоже. На. Вот так и раньше бы. Забрать нафиг. Пошли. Так. Чего, ногу? Давай ногу. Не попал. На. На. Но. Не. Давай. Оп. Не попал. На тебе. И быстро текаем. Оп. На тебе. Ух, ёп. Ты что, издеваешься? Прям рядом. На. На тебе. Хлоп и хлоп. Все, валяйся. Отдыхай. Так, вот это резкий понос, да? Ух ты, ты аж блок поставил. Оп. Так, а что у тебя? Что у тебя, ублюдок? Оп, голова. На. Не попал. На тебе. На. Ох, ёп. Бля, чё у них так удары столько забирают у меня? Наверное, мощные уроды. На тебе. Сдохни. Сдохни, падла. Здесь чертеж снаряжения головы разблокирован. Их же можно создать, да, я так понимаю. Главное сборочная линия. Чем больше урон, блин, получит та или иная часть тела, тем больше вероятность чего ее отрубить, я понял. Давай этих уродов. На, оп, текаем. Промазал. Отлично. На тебе. По горбу. Ага, давай. На тебе. На. Ох! Чуть не сломался. Давай. Хоп. На тебе. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Добиваю его нахрен. Дебила этого. Так, не забывайте отсекать часть тел врага, чтобы получить новую экипировку, производительные материалы, я понял. Это закрыто. Атакуйте врага, чтобы накопить энергию. Расходите накопленную энергию на использование имплантов и добивание врагов. Я понял. Давай, перезагрузка. Тут сохранки вообще есть, нет? Слишком низкий заряд энергоблока. Офигеть, я очень рад. Это что за чучело? Это что такое вообще? Ага. Охренеть. Давай, крендель. Лоп. Хоп.
Офигенски. Давай его. Хлоп, есть. Труба не меня рубят, короче. Они меня именно рубят. Так. Тут ни хрена нету. Ни хренища нету. Тут чё? Это чё вообще-то? Так, воспользоваться терминалом. Ага, дверьки. Ищите короткие пути к оперцентру, где вы сможете восстановить здоровье и создать новые предметы. Я понял. Даже не верится, что после стольких лет службы, после всего, что доктор Чавес сделал для этой компании, просто взяли волю. Вот это бывает, когда пытаешься ставить свои стоя. Но самое тревожное здесь то, что она права. И сейчас мы должны работать больше усерднее, чем раньше. Слабый человек в такой ситуации давно пустил бы руки. Но не она из таких. Она не сдается, я не сдамся. Я понял. Так, мне надо, короче, свой в оперцентр бежать. Ага, я понял. Давай. Добро пожаловать. Так, верстачок. Что тут можно? Нога. Супернога. Рука. Это что такое? Значит, для рук рысь. А это голова. Давай вот эту ногу. Хлоп. Есть. Создано снаряжение для ног рысь. Это что? Ага. А это? Ага, не хватает там чего-то. Оля, оружие можно. А какое у меня вот это? А это что? Сила удара. Средняя плюс 30. А это что? Низкая, средняя. Очень низкая. Ну да ладно, хоть что-то сделали. И что, нога поменялась? Или нет? Так, медицинская станция. И что? И ничего. Экзокостюм первого уровня. Ой, а что я вышел? А, недостаточно запчастей. Ни хрена не хватает. Ладно, пошли. Забывайте, безопасность, рабочая среда наша главная цель, и твоя тоже. Блин, я забываю, что эти уроды опять встают. Офигеть. Надя, на. Охренеть. Давай уже бей. Труба, точно, это ж... На тебе. Вечно они что, вечно будут вставать, что ли? Ну да. Это хреново, конечно. Я каждый раз, пока их побью, блин. На тебе. Ага. Оп. Чекай отсюда. Хренушки. На тебе, сука. Хлоп, хлоп, на. Есть, так. Чё-то взял, запчасти. Блин, это я на посту их должен дуплить. На. Раздуплился? На, еще. Еще раз. Оп, ва. Еще раз. Еще раз. Еще раз. На тебе. Готов. Да, вот это, конечно, владение оружием третий этот. Давай ты. Хоп. Я что, с двумя буду? Вот это плохо. Вот это да. Ушел отсюда. Идите в жопу, уроды. Давай отсюда. Есть. Обход энергетической цепи. Я понял. Блин, а как мне вниз? Они ж меня зарубят сейчас. Сколько их там? Где вы? Где вы там?
Так, поодиночке мы их повалим. Оп. А хренушки где? Понял. Оп, косой. Оп. Оп. Надо, чтобы их видно было. На тебе. Ля, их три уже. Ай-яй-яй. На тебе, сука. Один есть. Опа. Оп. Так, давай, кого мы сейчас рубим? Оп. На тебе. Еще один готов. Так. На тебе. На тебе. На тебе. Ох ты, говно. Давай. Давай. Хоп. 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 На тебе. И тебе на. Блин, я запарюсь их так вафлить, а. Так. А как я могу понять, заряжен мне этот хрен или нет? Взаимодействие. Куда-то дальше прошлись. Так, это что? Получен новый имплант. Так, с Робертом Уилмом снова возникли проблемы. На этот раз из-за программы экзоскелета. Он отказался от операции по вживанию имплантов. Мы объяснили ему, что процедура достаточно мягкая, но все без толка. Он считает это руководство вживанием импланта, чтобы контролировать рабочих. Он снова начал топчать. Если это подхватит остальные, боюсь, будет проблема. Облегчить ему работу. Моя рекомендация — уничтожение. Мы и так уже слишком долго его терпели. Это не про меня случайно? Так, у меня новый имплант есть, да? Слушай, нахрен мы вообще эту хрень сюда зашли? Имплант взять? Ощущение, что там чуня где-то живой. Давай сюда. Наверх подымемся. И что мы тут увидели? Ни хрена. Такс, а вот то чё? Оп. 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 На. Оп. Давай. На тебя, сука. Не попал. На. Оп. На. Оп. На тебе. Лоб. Готов. Это что? Ага. Ну и что я тут забыл? Да ничего. Где там эту хрень перезапустить надо? Так, отсюда зашел. Но мне не хватает, да, потому что она... Так, использует заряд энергоблока. Мне не хватает, походу. Чуть-чуть, да? Да, как мне зарядить его? Хрен его знает. Чё-то я пока дуплей сильно не режу. Что тут делать? Это короткий путь. Моему оперце труп. Надя. Оп. Так, бежит. На. На. Ага. Блин, ты что делаешь, братишка? Оп. На тебе. На. На, ух, ёп. Офигеть. Ах ты, говно. На.
Давай, так. Ох, ёлки-палки. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим небольшой обзор. Не знаю, буду я проходить, нет. Пишите в комментариях, стоит, не стоит проходить. Походу буду проигрывать тут. Ну, ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. Спасибо за просмотр видео. Пока всем и удачи.